Смотрим оперативную сводку. Мы лишились Т-12 и штурмовых машин. Без их артиллерии, чтобы взять башню, надо атаковать с воздуха. Маккаллум указала на турбину для отвода газов. Мы ударим по ней, давление подскочит, и башня взорвется. Ну что, готовы к веселью? Отлично, десант. Дальше Скар справится сами. Принято. Покончите с этим. Заставьте нас гордиться. Понял, штаб-сержант. Готовь боевой раскрас, Рейс. Покончим с этим дерьмом и поедем домой. Скар-2, нас преследуют. Где вы? 1-1, выполняем другую задачу. Прерываем выполнение и идем к вам. Всегда.
Защита турбины отключена. От Крока ничего не слышно? Пока ничего. Они в порядке, не беспокойся. Надеюсь. Надежды недостаточно, нужна вера. Давайте поглядим, как взорвется эта башня. Иди вдоль трупа, наслаждайся фейерверком. Зажжем эту свечку и домой. Отсюда, пока они не нашли нас. Так точно, рейдер. Командуй. Все Скар, на старт. Принято. Возвращаемся на базу. Система запуска работает. Вперед. Зажигание. Тяга штатная. Возмездие. Полетели. Принято. Запускаю двигатели. Возмездие, рубеж 19 тысяч, поднимаемся. Принято. Полтора маха, рубеж 35 тысяч. Радар что-то засек. Капитан подбит! Выравнивай, давай! Заклинило насмерть! Давай, давай! Он у нас на хвосте! Манёвр уклонения! Работай, ну же! Я иду! Двигай уже на возмездие! Крок, жми на газ, мы прыгаем! Есть, сэр! Розы куби! Капитан, пора к этому делать! Нет, я вас вытащу! Столкновение неминуемо, надо прыгать, сэр! Тревога, тревога! 1-1 прерывает полет! Возмездие! Выходите из боя! Отступайте! На подходе еще несколько! По нам стреляют из всех орудий! Выходите из боя! Сейчас же! Нет! Мы вас не оставим! Крок! Уходи! Это приказ! Понял, сэр! Мы вернемся, Рейс! Ты слышишь? Мы тебя найдем! Попутного ветра 1-4-1. Капитан, вас капан! Меня задело в кабине. Левый рукав порвался. Тревожные новости, сэр. Капитан, что мне делать? Оставь, Итан. Не могу, сэр. Моя задача — это вы, капитан. Кто это сказал? Я техническое средство, сэр. Расходный материал. Нет, нет. Ты мой брат, Итан. Ваш говорящий брат робот? Именно так. Тогда я красивый, а вы умный, сэр. Не вопрос. Похоже, вот и все, напарник. Кажется, я боюсь, сэр. Я тоже. Не отключайтесь, сэр. Сэр. Да.
Капитан! Капитан! Капитан, слышите меня? Капитан Рейс, сейчас очнется. Вот так, матрос. Открой глаза. Я Феррон, капитан Тигра. Пульс стабилизируется. Состав крови в норме. Это Брайан Линк, он санитар Тигра. Где Итан? Здесь, сэр. Вы в челноке Тигра. Я возвращаю вас на возмездие. Корабль, мои люди... Корабль в надежных руках. Помогите ему. Возмездие здесь. В целости и сохранности. Кто связался с вами? Лейтенант Солтер. Она запросила у адмирала спасателей. Но он счел спасательную операцию слишком рискованной. Рейнс не одобрил эту идею? На войне нет друзей, Рейс. Может, я поступила эгоистично, но я не хочу прорываться отсюда одна. Я отправила пилота и двух наблюдателей на ваши поиски в район аварии. Как вы рассчитали радиальную скорость? Гравитационное сопротивление и, конечно, удача. Руки Итана пришлось разжимать. Они примерзли. Он до конца защищал капитана. Ты герой, Итан. От безысходности, капитан. И к тому же скромный. 5 секунд. Спасибо, Феррон. Вы спасли нас. Мы с вами связаны, капитан. 50-процентные потери недопустимы. С возвращением, капитан. Мы даже и не надеялись, Феррон. Рассчитанный риск, лейтенант. Я возвращаюсь на Тигр. Нас ждут дела. Осторожней с ним. Капитан, я сам могу о себе позаботиться. Итан, иди к Мак, пусть проверит тебя. А как же вы, сэр? Обо мне не волнуйся. Иначе не умею, сэр. Солт, я знаю, ты... Ты готов? Всегда. Экипаж ждет вас, капитан.